вам здесь не одиноко? Ну, как одиноко. Мысли свои в голове ходят. Такие вот книжки, которые читал. Вот. И все. Передумываешь. Вот. Свои, как говорится, почему просто так-то ничего не бывает. Вот. Задумываешься, как вот просто так-то по голове не тюкнуло. И вот, как говорится, и Боженька показал и привел меня. Сказал, вот, понял, не пей больше. И я тут уже со всех сторон, уже сколько же можно пить, теперь, значит, уже назад возврата нет, как говорится. Вот такие пирожки. Третий человек вот умер. Вот вчера человек у меня такой умер. Вот. Морально тяжело, конечно. Ну, батюшка понимает это, отпускает. Угу. Вот. Каждый год, вот третьих три года, каждый год. Но я долго, я устаю. Устаю просто. Устаете в миру устаю очень. От чего устаете? На неделю уезжаю от всего. От людей, то есть. От людей, от людей, да. От общения с ними. От общения. Там совершенно другое, да? Совсем интересы другие, да? Конечно. А что вас раздражает в них или ну, вот, в том. Раздражение грех. Ну, что тогда вас, не знаю, удручает, скажем так, вот. Просто миру. Ну, я устаю просто для себя и чувствую, что я устал. Вот я на неделю уезжаю, я на пятый день уже чувствую, что я устал. Устал. Угу. Морально, да? Я собираюсь, еду назад, приезжаю, здесь уже мой дом. И батюшка знает, что здесь мой дом, все. Он так и говорит, домой повернулся, конечно. А вы как стали трудником, сразу же стали ухаживать вот за... Нет, я здесь больной сначала лежал. А, ну больной. Как один, да. Мне операцию сделали, съездили. У меня там челюсть неправильно сросшая была. Угу. Ну, загнило лицо уже. Меня возили, чистили. Лежал в больнице. Ну и вообще здоровье, ноги не ходили. Плохой совсем я был, плохой. Батюшка боялся смотреть, худущий. Я вообще думал, что-то рак у меня тоже или что. Вот. Ну и все, потом выздоровел. Ну как раз такая ситуация сложилась, что сюда понадобился человек. Замену другого, до этого человек был, ну вот, что он и сейчас здесь есть, он просто другим послушанием занимается. Я вот уезжаю, завтра вот поеду домой. А в чем ваше послушание заключается? Что именно вы делаете? Ну, убираю весь корпус, убираю, ухожу, мою их, как их мыть надо. Угу. С памперсами там человек лежит. Угу. Сейчас один с памперсами. Памперсы пьют. Санитар. Как-то тоже приезжали. Я говорю, брат, милосердие. Все, ну а по душам все, с ними поговорить, они же им же тоже. Не, ну это и есть батюшки. Да. Батюшки приходят, конечно. Угу. Приходят, исповедуют, причащают. Ну, кто не ходит. Ну, никто здесь не ходит. Здесь все лежат. Угу. Приходит батюшка Иоанн. Здесь. С ним. Ну, отец Антонио. Приходит периодически. А людям действительно это помогает, становится легче вот, общение со священником вот, в такой ситуации? Ну, просто постоянно это трудно, меня. Это трудно, это у каждого. У каждого по-своему, это, да? Я в душу никому не лезу, я выполняю свое. Угу. То, что я считаю нужным, я вот выполняю. Ну, думаю, хорошо выполняю, все, довольны. Ну, вы сказали, что вам очень душевно тяжело вот это послушать. Здесь хорошо. Нет, я имею в виду, когда люди вот, тут уже умирают они. Не, ну умирают, понятно, что. Конечно, я батюшке говорю. У меня такое ощущение, что я все болячки на них воспринимаю. Просто я такой человек. Все близко я к себе, да. Жалеете? Другой вроде, да, другой вроде бы и ему без разницы. Ну, он сидит, сам знает. Я сам весь больной. То поясницу прихватит, то еще как уколы себе сам колею. Угу. Да? Ну привык я уже. Не привык, для себя решил, что это мое, и все. Нашли свое место в жизни, да? Да.